Друзья, всем привет! Совсем коротенький ролик, хотел вам показать. Привез разводни себе домой рыбку. Ну, немножко надо добавить цветов, чтобы поярче было. Так что, вы знаете, если кому-то надо огромный ассортимент рыб, товаров, фильтров, грелок, ламп, вообще всего грунта и так далее, есть у меня для вас. Ну, быстренько пробежимся, да? Начнем. Это я себе немножечко скалярочек захотел, потому что скалярок уже дома маловато. Видите, такой размер довольно серьезный, уже нормальный. Вполне могут уехать давно в новый дом. Это у нас ремирези, апистограммки. Молоденькие, подрастут, будет совсем все красиво и хорошо. Немножечко данью розовых. Хочется яркого-яркого цвета в аквариуме. И скалярочки тоже. Кто их мраморные называет, кто как. Долго снимать не буду, потому что, ребят, очень холодно. Хотя машина работает, чтобы прогревалось, все хорошо было. Тут у нас тернеции салатовые. Это у нас тернеции розовые. Они, конечно, на стрессе сейчас просто цвет еще не выявился такой, но уже, конечно, видим, что все красота. Малинезии черных. Не знаю, что столько стоило их. Тоже малинезии. Ну, то есть по 50 штук я упаковал, так плюс-минус на взгляд. Это у нас тоже ремирези. Тернеции. Тут у нас видим скалярочки. Тут у нас тоже скалярочки. Если носить домой. Это у нас малинезия желтые. Тут у нас скаляры и другие. Березка, как ее называют. Поэтому я по названиям говорю, как принято в народе. И тоже скаляри. Так что вот так вот я себе домой привезу штучек 300-400. Сейчас выпущу и будет красота. Все, ребят, 2 минуты. Показал, рассказал. Чтобы, как говорится, видите, кто-то уже звонит. Показал, но душе спокойно, все вам рассказал. Всем, друзья, пока, спасибо за просмотр, за подписку и за лайки. Всем, друзья, пока.